Уважаемые телезрители, подойдите ближе к своим телеэкранам и назовите мне три вида птиц, которые водятся в Санкт-Петербурге. Сейчас я угадаю ваши ответы. Это ворона, воробей и голубь. Правильно? Не надо быть магом и волшебником, чтобы отгадать. При этом в нашем городе обитают больше 300 видов пернатых и около 90 в Юнтеловском заказнике. Эта территория – излюбленное место гнездования хищных птиц, в том числе краснокнижных. По их количеству заказник занимает первое место среди других особо охраняемых территорий. Комфортно здесь и простым лесным красавцам. Даже не сходя с главной тропы в северной части, можно повстречать зябликов, белых трясогузок, соек и дроздов. Главные объекты орнитологической экскурсии не сидят на месте. Их надо постоянно выискивать и высматривать. Это у нас с вами зеленушки, такие оливково-буроватого оттенка с пестринками. Вот, они открыто прям сидят на веточках. Видите? А, да, да. Главное правило бёрдвотчинга – наблюдение и только наблюдение. Тревожить крылатых и мешать течению обычной птичьей жизни строго воспрещается. Человек для птиц – существо, внушающее страх и недоверие. Если же птаха не боится вас и моментально не скрывается в листве, знайте, перед вами молодой отпрыск, который еще не познал всю горечь отношений с хомо. Сапиенс. Все ждем обыкновенную овсянку. Может быть, покажется. Вот, она уже появляется потихонечку. Вот видите, уже около корня дерева. Не существует двух одинаковых экскурсий. Конечно, в лесу ждать полевых или озерных птиц не приходится. Но кто именно попадет в окуляр бинокля на этот раз и чей голос услышишь, заранее никогда не знаешь. Слышите? Это писк птенцов-синиц. Они проголодались, зовут своих родителей. А иногда во время экскурсии происходят настоящие открытия. Смотрите, мы только сейчас обнаружили гнездо крапивника. Подвесное гнездо на еловой лапе. Со стороны городских жителей есть интерес к своим пернатым соседям. Они видят, что мы не одни живем в городе. Это экологическое просвещение для более бережного отношения к природе. Дорогие зрители, пришло время повторить наш эксперимент. Загадайте три вида птиц, которые водятся в Санкт-Петербурге. Так, отгадываю. Стойте, у меня какой-то технический сбой. Придется повторить позже.